Мы здесь живем под таким девизом. Активисты «Молодой гвардии» организовали уборку детской игровой площадки в дворе многоквартирных жилых домов по улице Ваучейского. Молодогвардейцы намерены проводить подобные акции и на других дворовых территориях, а к участию в уборке приглашают самих жителей. К сожалению, трактор чистого города МКСМ не может сюда добраться, именно на территорию самой площадки, в силу того, что здесь просто-напросто нет проезда. Но по нашей договоренности он будет убирать снег оттуда, где мы его будем, да, за забором. Вооружившись лопатами, активисты «Молодой гвардии» освобождают из снежного плена игровые элементы детской площадки. На месте бывшего сугроба появляются скамейки, заборы, даже ступеньки при входе на территорию. Молодогвардейцы признаются, рассчитывали, что жители ближайших домов присоединятся к уборке снега. Ведь на этих площадках смогут играть их дети. Мы развешали объявления на каждом подъезде в почтовые ящики, и, к сожалению, никто не пришел. Вот снег, хотят, чтобы снега не было, но сами, к сожалению, не могут прийти. Но мы, в принципе, не против самостоятельно помочь общественности в решении этой проблемы. С собой активисты «Молодой гвардии» привезли термопод с чаем и угощением. У нас традиционно летом проводятся дворовые праздники от «Молодой гвардии». В прошлом году мы порядка 130 праздников организовали. Вот. Но сегодня хотели немножко отойти, сделать все-таки уборку. Но для общественности, чтобы как-то их поблагодарить за помощь, организовали небольшой чай, угощение. Несмотря на низкую активность жителей многоквартирных домов, активисты «Молодой гвардии» намерены продолжать свою акцию по уборке игровых площадок и не теряют надежды на то, что смогут изменить отношение наринмарцев к благоустройству города. Любовь Пермякова, Ирина Никишина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».